Школа активного гражданина продолжает работу в учебных заведениях Бреста. В средней школе номер 5 проект реализуется ежемесячно. На этот раз гостем мероприятия стал директор мемориала «Брестская крепость», герой, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Григорий Басюк. Не случайно. Это родная его школа. До сих пор он называет это место вторым домом. Попытался донести или рассказать ребятам, что в жизни все может случаться, все может быть, и к неожиданностям и трудностям надо быть готовыми, а не теряться перед ними. Поэтому мне понравились вопросы, они очень такие, ну, почувствовалось, что они изучили мою биографию, и где-то и приятно в какой-то степени, что я оказался вот в качестве выпускника школы, в своей же родной школе через много-много лет, тоже почти без малого 50 лет. В этом учебном заведении занятия школы активного гражданина не прогуливают. Более того, к встречам выпускники готовятся заранее, изучают биографию гостя, составляют вопросы. Иначе нельзя, ведь перед ними люди, которыми по праву гордится Брест. Любое общение никогда не заменит того, что написано в биографии. Для того, чтобы провести данное мероприятие, ребята готовились к нему. Они знакомились с биографией героя, который сегодня будет присутствовать. И вот такая форма вопросов-ответов также неспроста, потому что вопросы тоже надо было заранее подготовить. И вопросы, хочу сказать, были очень интересны, детьми продуманы. Это именно то, что их волнует. Такие встречи действительно очень нужны, потому что мы сейчас находимся на таком этапе, когда должны выбрать свой путь, и опыт более старших, более опытных людей действительно очень важен для нас. На встрече обсуждали темы интересные и серьезные. Как выбрать свою стезю на профессиональном поприще, как не пасовать перед трудностями. Были вопросы, касающиеся развития Брестской крепости. 45 минут пролетело незаметно, а в завершении урока 11-классники в знак уважения подарили Григорию Басюку подарок – картину, нарисованную одной из выпускниц. На ней изображено то, что объединяет всех собравшихся. 5-я школа.